Всем привет, меня зовут Мария, добро пожаловать на мой канал. Сегодня необычный ракурс, потому что я решила снять не совсем обычное для меня видео, то есть я такого еще не делала, в общем-то, я решила снять распаковку, потому что почему бы и нет, мы сидим в локдауне, все заказываем онлайн, ну и, откровенно говоря, сидеть дома все время немного скучно, поэтому вот я развлекаюсь тем, что я решила снять такое видео сегодня. Я заказала кое-какую косметику от компании Kiko Milano. У них часто бывают акции, скидки. Я у них уже покупала косметику. У них часто, например, бывает, покупаешь 6 предметов и платишь только за 3 самых дорогих, либо там скидки 50-30%, 70%. И ну, сейчас у них тоже опять была распродажа, и кое-что было с большими скидками, и я решила купить себе косметику, потому что когда же купить косметику, как никогда сидишь дома, никуда не выходишь, ну, самое время накраситься, конечно же. Ну, и в основном здесь косметика для глаз, потому что носим маски, и, естественно, ну, губы не так видны, не так актуально носить помады, вот поэтому здесь всякое там для глаз. И я сейчас камеру опущу вниз, надеюсь, сейчас получится у меня это сделать. Вот, и будем распаковывать. Ну вот коробочка, я уже адрес оторвала, и сейчас ее откроем. Так, где она у нас открывается? Я ее уже разрезала, конечно, чтобы меньше времени это занимало. Так, ну здесь список купленного, упаковано в бумагу, достаточно экологично. Простите, так громко, наверное, сейчас в микрофоне это все будет. Так. Вот оно там просто все лежит. Я буду по одному доставать и показывать. Да? Или сразу все достану, давайте. Так. Коробочку в сторону. Давайте я немножко подниму, чтобы меня тоже было видно. Так, вот у меня тут тени, 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 и еще тени, и еще тени, и еще тени. И вот такие вот кисти. Давайте я сразу распакую кисти, потому что это что-то как бы более крупное. И весь этот мне заказ, я вам, кстати, сразу скажу, обошелся мне, не написано, я забыла, к сожалению, здесь нет цены, но где-то 27 евро, то есть там были скидки на много какие продукты, плюс я всегда гуглю перед заказом, и я нашла скидку в 5 евро дополнительно, плюс бесплатная доставка, естественно. Так. Вот это набор кистей Travel Brush Set в красивом вот таком вот футлярчике, ну под кожу, кожзам Kiko. У нас есть, конечно, и магазины их в Берлине, несколько штук, и есть и можно онлайн заказывать, но я в первый раз вот заказываю онлайн. Вот такая вот первая кисть, номер один на ней стоит, большая, достаем. Это что-то типа округлой такой кисти для хайлайтера, наверное, упругая, или может быть для корректора, ну в общем для лица. Я вообще-то больше была заинтересована именно в кистях для глаз, потому что у меня есть несколько штук, но мало, и они довольно дешевые. Для лица, в общем, у меня есть пара кистей, и не особо я, ну, в принципе, мне достаточно. Это более мягкая кисть тоже для лица, ну, такая типа для пудры, для хайлайтера, для румян. Я вообще не очень специалист по кистям, очень приятная на ощупь, такая нежная, но видно, что она более мягкая, чем предыдущая. Так вот очень, ой, вот так вот удобно упаковывается в пластик и засовывается обратно.
И вот три кисти для глаз. У меня есть похожие, только я их покупала в ДМе, они более дешевые от фирмы Эбелин, кажется, которые стоят там 2-3 евро. Кисти все двухсторонние. Вот это мне нравится, что это занимает не так много места. Кисть номер 3. То есть вот такой вот более широкая кисть, круглая. Тоже она, ну, средней мягкости. Это вот довольно упругая и такая жесткая кисть. То есть она очень тоже приятная на коже, ничего не царапает, волоски не торчат. В общем, я довольна этим качеством. То есть это для теней и для там растушевки. Вот такая вот диагональная кисть, тоже она средней жесткости, я бы сказала, довольно тоже мягкая. Не жесткая, да? И вот такая вот коротенькая для более точного нанесения. И еще одна, это вот диагональный такой вот узкий срез. У меня такая есть, и мне очень понравилось наносить тени в качестве подводки. Вот на мне сейчас кривая подводка маркером таким нанесенная. Но мне в последнее время нравится для дневного макияжа наносить подводку тенями именно темными по краю вот здесь вот. И вот такая вот кисть для этого просто идеально. И вот тоже такая вот небольшого размера кисть, тоже для более точного нанесения, может быть, каких-то бликов, я даже не знаю. Надо будет изучить, посмотреть, как это конкретно все используется. Но я думаю, что сейчас я буду много экспериментировать. Я заказала себе много теней. Давайте начнем сначала с таких двойных. Я заказала два таких вот двойных. Они были, что-то они недорого стоили, в районе 3 евро. В общем, на них была какая-то очень большая скидка. Вообще на все эти тени были большие скидки. Они стоили, одни только были подороже, а все остальные были очень недорогие, вот 3 евро максимум. Двойные. Я все взяла в розовых оттенках, потому что мне в последнее время очень нравится макияж в розовых тонах, таких натуральных. Вот я достала, значит, здесь вот. Она вот так вот выезжает. Здесь пластик. Вот все коробочки я повыкидываю. Думаю, это пластик, да, это просто картонка. Называется Bright Duo. Baked Eyeshadow Ombre au Paupière. Ну, это по-французски. Цвет номер 14. И вот такой вот цвет розовый, такой, скажем, сатин, это сатиновые оттенки, да, розовый и такой коричневатый с розоватым тоже отливом. Ну я так. На коже не особо видно. Будет сейчас у меня, конечно, все грязное. Я никогда не делала таких вот затестов, поэтому я не знала, как к этому подготовиться. На коже они не выглядят такими сатиновыми, на коже скорее вот матовыми мне сейчас показались. Ну, я думаю, что это удобно брать с собой, например, в поездку, чтобы делать быстрый повседневный какой-то макияж в двух оттенках, да, здесь нанести розоватый оттенок, в складку темный и готово. Или по краю вот здесь вот тоже темный, как я уже сказала. Так, это было первое. Вторые тоже двух такие вот дуэт, да. Тоже я сейчас их открою. Более светлые оттенки. Ну, то же самое. Пластики. Так, пластик я сразу в сторону откладываю, чтобы выбросить его потом. Мне нравится, что крышечка прозрачная, и сразу видно, что внутри. Это не у всех теней Кико, так я вам потом покажу. Вот здесь более... Вот этот вот оттенок верхний, к сожалению, не так, наверное, хорошо видно, но вот так вот. Это более такой блестящий, как немножко с уходом в металлик, а этот нижний скорее матовый. Вот, я такими вот блестящими оттенками люблю делать какие-то вот акценты в уголке глаза, например, или вот здесь вот под бровью, очень здорово открывает глаза. А этот, ну как, не очень видно здесь,
к сожалению. Этот скорее как такой вот базовый оттенок, может быть, на подвижную часть века. Так, и это вот мои дуэты. Следующие у меня вот такие вот базовые тени. Немножко помялась коробочка. Называется Smart Color Eyeshadow. Эти, по-моему, тоже были какие-то недорогие. Я взяла просто базовый. Не хочет вылезать. Вылезай. Сейчас я с двух сторон открою. Вот так вот его. Вот. Такое самое-самое простое оформление. Это какие-то недорогие. Они стоили буквально там пару евро. Так. Не хочет открываться. Вот. Обычный такой, знаете, базовый, матовый, светлый оттенок. Это оттенок номер 10. Да, номер 10. Ой. Ну, это, знаете, как база такая вот под тени, когда делаете только макияж. Конечно, на вот сейчас в этом освещении выглядит каким-то очень белым. Он просто светло-бежевый. Светло-бежевый, абсолютно-абсолютно нейтральный оттенок. Ну вот даже не видно, вот он. Сливается с тоном моей кожи. То есть это я как базу взяла. Затем взяла еще один такой же базовый оттенок. Это другой, называется High Pigment Wet and Dry Eyeshadow. То есть можно использовать мокрой и сухой кистью. Тоже вот они в пластике. То предыдущее было без пластика, просто в картонке. Оттенок номер 2. Тоже он отличается от предыдущего, но, к сожалению, на камере не очень видно, потому что все делает это освещение таким светлым. Сейчас. Ну вот так вот видно, что этот такой более светлый, а этот более розовато-бежевый, более насыщенный. Тоже я взяла как базовый оттенок для там подвижной части века. То есть так, в общем, решила несколько вложиться в именно базовый макияж. Ну вот видно его немного тут. Тоже, в общем-то, сливается с моей кожей, более розоватый. Ну, в общем, совершенно такой базовый оттенок. Затем у меня есть вот такой вот, называется Water Eyeshadow, оттенок 219. Сейчас мы его тут... Сложно открыть. Вот, вот я говорила, что не все имеют такое прозрачное окошко, я не понимаю, если честно, почему. Потому что это неудобно. У меня есть уже пара таких оттенков, и вот постоянно, если я ими крашусь, я не помню, здесь есть, конечно, число, но оттенок нигде не обозначен визуально. Я думаю, может быть, каким-то маркером это сделать, не знаю, подскажите мне в комментариях, как можно снаружи обозначить оттенок. И получается, мне каждый раз надо открывать, чтобы посмотреть, что же там внутри. Вот у меня закончилось. Так, продолжаем. У меня немножечко закончился свет, но я даже решила, что может быть так лучше, потому что лучше видно оттенки. Я вам еще раз все покажу в естественном дневном свете сейчас, без лампы. Так, я вам даже вот так вот подниму камеру немножко. Вот такой вот. Он был прикрыт пластиком тоже, пленочкой. Пленочку я выкину. Здесь более дорогое такое оформление, это вот можно видеть мою камеру, вот более такое, как забавно, есть зеркало, то есть эти тени стоили подороже, не помню, 6 евро, что-то такое, обычно они стоят около 10 или 9. У меня уже есть два таких оттенка, есть более такой серебристо-серый и есть похожий, но более холодный, такой розоватый, это более теплый. И мне очень нравится, как они наносятся, как они распределяются, эти тени, они называются Wet Eyeshadow. Они такой дают очень классный сатиновый, ну не знаю, такой блестящий эффект. Но те тени, которые у меня есть, они скорее немного более холодноватые. И мне хотелось, я решила, что все-таки мне нужен более... теплый оттенок, вот посмотрите, такой классный. Вот, что мне все-таки более немножечко тепловатый оттенок нужен этих теней.
И я вот себе их заказала. Так, и последние называются Magnetic Storm. Большая, такая большая штука тоже. Самая большая коробочка у них, кстати. Тоже пластик, окошко. И это тени уже металлик. Они более на камере выглядят более такими светлыми и красными. Я бы сказала, что они более... Не хочет. Не хочет он так концентрироваться. Вот, они скорее более в темно-красный такой вот оттенок уходят. Но если честно, когда я их вот пальцем сейчас пытаюсь взять, они не берутся такими вот насыщенными. Они, смотрите, как светлые, какими светлыми выглядят почему-то. Не знаю, почему так. Так, конечно, тут все уже испортило внешний вид. Я даже не знаю, получится ли кистью взять. Выглядят они гораздо даже не видно. В общем, не знаю, посмотрим, как это будет в нанесении, потому что, может быть, надо как-то или влажной кистью наносить, вот не знаю. Выглядели более темными, а на самом деле они выглядят не такими уж и темными и насыщенными. Нет, все равно вот их плохо видно. Видите? Светлые такие, не знаю, розоватые. Посмотрим, как это будет. Давайте я вам еще раз все покажу. Уже при дневном таком свете, наверное, будет лучше видно. Так, это вот эти базовые тени. Номер 10 Smart. Вот здесь вот видно, что эти более розовые, более темные, такие бежевые. Это High Pigment номер 2. Вот эти Duo тени. Это номер 14, это номер 1. Так. Ну и вот эти я вам уже показала, Magnetic. Magnetic Storm номер 2. Вот такая вот распаковка. Не знаю, с каким освещением лучше, с лампой моей кольцевой или с естественным освещением. Сейчас, к счастью, довольно светлый день, то есть света более-менее достаточно. Напишите мне, как лучше. И что вот с этими тенями? Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока, в следующем будет парфюмерное видео.